А как отсюда выходить? Вот там? Стройнее будет. Рот. Вот это толстый. Толстый, вот правильно. Да? Wow.
Вот участники, они понимают коммерсант. Вот у вас симку, допустим, в Эстонии где покупают, и у вас написано на русском языке. Там так не купишь, или нет? Там нет. А у вас есть. So, let's continue the break. Yes, that's what you say. The church is very small. Attached to the wall. Is it this one? The one with the brown dome? No. You see the towers over there? Yeah. It's in one of the towers. Okay. And what church is this? This brown dome. This is an Estonian church of transformation. Ой, посмотри, солнце какое вышло. Нет, там заходит, там и здесь сейчас. Надо. Ну, мне тут кадр. Я что-то тормознул. Штук мне тут кадр. Котик, ты попозже, что ли? Можешь попозже, можешь потом попозже. Там очень много заниматься. Хотела в ту сторону, но там другую сторону. То, что эти у вас? Ну что там? На русском языке нигде в Европе мы не покупали, чтобы было на русском. Слышишь, поют что-то? Да. Так что у вас на уровне власти они помогают, что русский будет. Прибалтика как же, да? Тут, если русский знаешь, работа хорошая, да, знаешь, да. Все, мы пойдем, хватит. Да, они то же самое многие доплачивают, потому что бизнес, допустим, туристический, тот же самый. Везде же доплачивают. Круизная компания, у меня знакомая работает Royal Caribbean, там вообще американцы владельцы. Вы ж музыку потом поставите. Пойдем. We can also put the symbol. And I will point to the rest of the can. We can use the to be on the safe side.
Первым к ним подошли. Там должен быть татарский мужчина.